преддверии Международного женского дня инспекторы ГИБДД вышли на праздничный рейд для того, чтобы подарить автолюбительницам тюльпаны и красивый сувенир в виде веера, на котором написаны правила безопасного управления транспортным средством. Поздравляем вас. Спасибо большое. С наступающим праздником, Международным женским днем. Спасибо. Всего вам самого хорошего, спасибо, доброго, любви, счастья, здоровья. Спасибо. Для многих автомобилисток такая акция стала неожиданностью. Ведь зачастую сотрудники госавтоинспекции останавливают водителей с целью проверки документов. Но накануне 8 марта они сделали исключение и просто подарили женщинам-водителям хорошее настроение. Очень приятно, спасибо большое. Благодарю всех. Конечно, это просто восхищает такое. Я даже напугалась, думаю, что же я нарушила. Вроде не нарушаю. Все очень здорово, молодцы. Всегда мечтала, чтобы сотрудник ГИБДД подарил мне цветы. Заместитель начальника ГИБДД по Ленинскому округу Алексей Бухин пожелал всем женщинам всего самого наилучшего. Желаю всем здоровья, удачи, успехов, оставаться молодыми, красивыми. Девушки, нам без вас никуда. В проведении цветочного рейда помогал член общественного совета при УМВД Олег Федоров. Мне, конечно, хотелось бы поздравить всех с наступающим 8 марта. Это первый праздник весны. И пускай в сердце каждой женщины цветет весна. Акция «Цветочный патруль» не только напоминает жителям округа о необходимости соблюдения правил дорожного движения, но и дарит женщинам отличное праздничное настроение. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».